Осенний вечер в скромном городке, гордящемся присутствием на карте. Топограф был, наверное, в азарте, или с дочкой судьи на коротке. Уставшая от собственных причуд, пространство как бы скидывает бремя величия, ограничиваясь тут чертами главной улицы, а время взирает с неким холодом в кости на циферблат колониальной лавки, в чьих недрах все, что мог произвести наш мир, от телескопа до булавки. Здесь есть кино, салоны, за углом одно кафе с опущенной шторой, кирпичный банк с распластанным орлом и церковь, о наличии которой и ею расставляемых сетей, когда б не рядом с почтой, позабыли. И если б здесь не делали детей, то пастор бы крестил автомобили. Здесь буйствуют кузнечики в тиши. В 6 вечера, как вследствие атомной войны, уже не встретишь ни души. Луна вплывает, вписываясь в темный квадрат окна, что твой экклезиаст. Лишь изредка несущийся куда-то шикарный Бьюик фарами обдаст фигуру неизвестного солдата. Здесь снится вам не женщина в трико, а собственный ваш адрес на конверте. Здесь утром, видя скисшим молоко, молочник узнает о вашей смерти. Здесь можно жить, забыв про календарь, глотать свой бром, не выходить наружу и в зеркало глядеться, как фонарь глядится в высыхающую лужу.